Овощи, фрукты, колбасную и рыбную продукцию, мясные и молочные товары, кондитерские изделия и не только приобретают анапчане на ярмарках-привозах. Покупают качественные кубанские продукты по доступной цене, которые привозят фермеры и сельхозпредприятия Крымского, Славянского, Темрюкского и других районов. Условия простые, за торговое место платить не надо, но продукты продавать без наценок, по специально разработанным рекомендованным ценам. Андрей Кучеренко участвует в ярмарке-привозе уже 6 лет, продает овощи и фрукты, а последние полтора года привозит на ярмарку свежую рыбу. Карп, толстолобик, сом, карась, судак. Такой богатый выбор для анапчан поставляют из рыбколхоза Шапариевский, станицы Черноярковской, Славянского района. Рыбка хорошая, вкусная. Выращиваем специально, занимаемся. Уже 50 лет колхоз наш на рынке выращивает рыбу. Как бы рыба хорошая, все хвалят, кто пробовал мою рыбу. Все приходят, еще берут. Выездные сельскохозяйственные ярмарки-привозы работают еженедельно в каждом микрорайоне Анапы для удобства местных жителей. Площадки для таких рынков подбирали максимально доступные и удобные для продавцов и для покупателей. За ценовой политикой на ярмарке-привозе следят строго. Сотрудники управления сельского хозяйства ведут постоянный мониторинг стоимости продукции. Мы сюда ходим обычно, здесь дешевле, здесь выбор больше. Я живу рядом, мне не всегда есть возможность пойти туда на рынок, на большой. Мне очень удобно, что здесь продают. Вот и специально во вторник я сюда прихожу. Мы живем здесь недалеко. То, что здесь сделали, нам очень хорошо и удобно. Это такой труд поехать туда, на Восточку приехать. Ближайший базар вот прям тут недалеко от нас. А так нормально, все хорошо. Девочки все хорошие работают. Цены приемлемые. Два раза в неделю, каждый вторник и субботу, ярмарка-привоз в микрорайоне Триаж ждет своих покупателей.